Вкуснотища. Всем привет. Начался третий день моего эксперимента. Я неделю живу на 500 рублей. Вчера я заготовил овсяное молоко. То есть берем 100 грамм овсянки, примерно, ну можно 150, 200, как хотите, и примерно на литр воды. Настаивается 12 часов. Больше настаиваться лучше не надо, а то еще в брашку какой-нибудь превратится, не дай бог. Ну, в общем, на любителя все. Через 12 часов хлопья набухли, блендером прошлись, получается овсяное молоко. Процедили через марлю, это на любителя тоже можно прям так пить. Очень для здоровья это все полезно. Но здесь вот все, что осталось, это будет сейчас кашу. Кашу буду варить. Прям так же немножко овсяного молочка туда. Вариться этой каши даже не надо. Сейчас просто подогрею и банан туда порежу. Хлопья уже набухли. Можно даже холодное есть, это тоже на любителя. На завтрак у меня сегодня будет овсяная кашка с бананом. Здесь половинку банана я порезал. Банан я не варил, просто после приготовления сразу насыпал так сверху. И на второе я разогрел оставшееся еще с первого дня. Это крылышко одно и тушеная гречка. Овсяное молоко, кстати, не забудьте поставить в холодильник. После вчерашнего дня там ощущается нехватка сахара. Хочется сладенького чего-нибудь. В общем, сегодня обязательно нужно сделать кексик. Сладкий кекс обязательно сделаю к чаю. И напитки сообразите. А еще я сейчас ухожу и на обед возьму с собой термос, разогрею супчика. Чуть сахарка и прям каша по-другому прям заиграла. Но вообще сегодня нужно воспользоваться лайфхаком и сделать бомж обед на 0 рублей. Так что не переключайтесь, увидимся в обед. Сейчас уже 4 часа, я мотаюсь по району. На обед у меня была картошка, которую я вчера одну отварил и яблоко съел. Но сейчас я уже сильно проголодался. Как раз у меня по пути была пятерочка, я остановился. Сейчас буду проверять лайфхак. В двух словах, если у вас такая вот необходимость есть, 500 рублей у вас до зарплаты, вы питаетесь одной картохой, и у вас каждый рубль на счету, или же, например, у вас есть необходимость прожить, например, сделать какой-то обед, у вас вообще нет денег, а вам хочется что-то скушать, та-дам, карточка пятерочки. Начисляются на нее пятерочные баллы примерно раз в месяц. В прошлом году по 30 баллов начислялось, в этом году почему-то по 50 уже рублей. 500 баллов, 50 рублей. Ребят, сразу скажу, никакая это не реклама. Вот такой вот лайфхак. Уведомления о баллах обычно приходят мне на электронную почту, но баллы действуют там в течение нескольких дней, поэтому главное их не прозевать. Дело в том, что я в пятерочку захожу, только трачу эти баллы. Я здесь никогда ничего не покупаю, только за эти баллы. Поэтому такой лайфхак получается. Хлеб уже подразобрали весь. Уже вечер. Ну, сейчас 4 часа. Возьму вот такие булочки. Хлебцы волжские называются, 11 рублей. Вот такие сырки глазированные. Красная цена по 7,99. Есть это с ванилью, а есть с черникой. 7,59. Красная цена. Самая дешевая вермишелька быстрого приготовления. Есть... с куриным бульоном, с говяжьим бульоном. Так, а есть анаком по 9,90, это дорого. Возьму одну вот такую с куриным. В пятерочке тоже должен быть какой-нибудь очень дешевый чай. В любом магазине есть. Так, нашел здесь на нижней полке самый дешевый, красная цена. А мелколистовой называется. Здесь вот такая вот пыль. И вот такой чай в пакетиках. Так как у меня всего на 7 дней эксперимент, я вот этот брать пакет не буду, сэкономлю пару рублей, самый дешевый за 15 рублей беру. А, на 1 рубль получается разница, да? Но все равно, в общем, вот этот возьму. И чуть-чуть винограда возьму. Стоит 129 рублей за килограмм. Жалко, здесь весов нет, поэтому не могу взвесить заранее. Поэтому взял чуть-чуть, вот столько, и иду на кассу. Хватило, значит, у меня баллов, да? 46, можно было виноград даже побольше взять. Ладно, спасибо большое. Еще можно взять? Все, покупку сделал за 0 рублей. Итого у меня получилась покупка на 0 рублей. 46 баллов из 50 я потратил. Можно было бы еще на 3 рубля что-нибудь купить. Ну, возвращаться просто уже не хочется, у меня времени нет. Нужно еще обед приготовить. Вот, блин, с корзинкой пошел. Ладно, донесу уже до машины.
Представляете, пошел с корзинкой. Сейчас придется возвращаться. Что-то задумался. Я так обрадовался с этими баллами, что с корзинкой ушел. Даже пакет не купил. С корзинкой дошел до машины, выложил. Можно было бы на 50 баллов взять просто килограмм бананов тех же самых, но это было бы не так интересно. Тем более, чай мне пригодится еще. Я взял с собой еще два термоса. В одном у меня просто кипяток, а во втором сладкий кипяток. У нас что-то с погодой творится. Вчера снег шел, сегодня жарище. Я не могу, вот к вечеру так раскочегарило. Плюс 20, наверное, а я в куртке с утра. Так, здесь у меня в одном термосе просто кипяток, обычный. А во втором термосе у меня сладкий кипяток, это для чая. Я сразу завалю два пакетика сюда, чтобы чай так понаваристый был. Приспособил здесь вот самое удобное место у меня в машине для термоса. Кстати, вот такие термосы не берите. Термос Ирис. Ирис, где он там название? Вот. А, Ирит. Термос Ирит вообще не берите. Крышка очень плохо закручивается. Чтобы закрутить ее качественно, чтобы не проливалось, нужно потратить полдня. А вот этот термос нормальный прям, атрибут называется. Где он? Вот, вот такой. Вообще зачетный. Стоит одинаково, а здесь еще и клапан есть. Клапан. А, не с той стороны открылось. Да что ж такое, а? Так, в машине грязно, еще тут насвинячил, как обычно. Что здесь есть в этой вермишельке? Обычно... Ого! Красная цена. Тут есть и суповая основа, и еще что-то красненькое, наверное, перец. Масла нет. Так, теперь это оставлю настаиваться. Накрою крышкой. И пусть тоже настоится. А пока что сделаю бутербродики. Обычно я с одним термосом. У меня вот обычно здесь стоит термос. А вот для второго никакое место себе еще не придумал. Везде болтается все. Сейчас виноград еще помою. Водичка всегда в машине есть. Чуть не забыл. Тут дверь нельзя открывать, а то термос вывалится. Ага, внимательность. А сейчас будет рецепт моей юности. Я когда еще подрабатывал, ходил в колледже, учился. И с утра до колледжа я подрабатывал на рынке грузчиком. И вот нужно было бегом-бегом все. И вот этот рецепт я изобрел. Я не знаю, может кто так, конечно, уже делал. Это я говорю, потому что я его нигде не подсмотрел. А так, конечно же, это рецепт миллионов. Булочку разрезали. Берем сырок творожный. Творожный сырок. Режем его вот так вот пополам. Чтобы две ровненькие половиночки были. И на булочку расклад. Булка у меня большая, жалко. Обычно булочки маленькие такие, аккуратные. Но все равно получилось отлично. Вот так вот кладем на булку, и получается вот такой замечательный сытный десерт. Сладкий, вкусный. Когда с булкой, все недостатки дешевых сырков не замечаются. Самое то. Так хотел прям съесть его уже сейчас, а у меня еще вермишелька первая. На второе у меня что там? Булка будет. Все готово, все заварилось. Вам приятного аппетита, мне тоже. На обед у меня получается на первое вермишелька, раз, потом булка с творожным сырком и чаем сладким, два, на закуску виноград, пожалуйста. Спасибо эксперименту, так бы что-нибудь по-быстрому отоварился бы на эти баллы и поехал дальше, а тут по-человечески разложился, чаек, бутерброд себе сделал с виноградом. Чай все-таки никакущий, даже два пакета, вообще никак. Может, он слишком горячий? Есть такая теория, что горячие напитки пить нельзя, надо хотя бы остудить чуть. Просто язык не воспринимает. Не, вообще вкуса никакого нет. Ну так, для разнообразия, все не одну воду пить. А, отлично, горяченького, хорошо. Зато горячая. А вот виноград самое то, самое вкусное из этого обеда. Кассиры очень удивились, почему я так мало беру винограда. Присылайте больше баллов, будет больше винограда покупаться. Вот такой вот у меня бомж-обед получился на 0 рублей. Такой вот лайфхак. Увидимся вечером тогда за ужином. Ух, как хорошо поел. Не переключайтесь. Посижу еще, чаечка побью. Сейчас уже вечер, время готовить ужин. На ужин я планирую разогреть себе суп. И, конечно же, хочется уже чего-нибудь сладенького, такого сытненького. Чая у меня есть. В общем, к чаю чего-нибудь такого нажористого. В общем, кто не знает, мой фирменный рецепт морковного пирога, сейчас я буду его готовить. Я его еще называю морковный кекс. Специально достал весы, чтобы взвесить все ингредиенты, потому что вы мне часто пишете, что я
не показываю точное количество ингредиентов, то чтобы это можно было повторить. Моркови мне потребуется 100 грамм, сахара 100 грамм, муки 200 грамм, 2 яйца. Какие-то яйца маленькие, но я надеюсь, мне хватит. Потому что на этот раз я буду делать его еще с маслом. Добавлю масло грамм 50-70, примерно. Этот пирог готовится очень просто. 2 яйца выбиваем сюда. Сюда же добавляем сахар 100 грамм. И взбиваем блендером или миксером. Но, как вы знаете, блендера у меня нет. У меня есть мужской блендер. Скоро уже, совсем скоро, мы уже заказали. Я покажу мой новый блендер. Этот, кстати, ничем не хуже. Насадка устанавливается сюда очень быстро и просто. Я еще пробовал шуруповертом, но шуруповерт слишком медленная скорость. А вот дрелью очень даже круто получается. Трем морковку на мелкой терке. Морковки получается прям так немало, но мы делаем настоящий морковный кекс, и это будет очень вкусно. Так, морковку отправляем сюда же. Теперь сюда же добавляем миллилитров так 50-70, как я и сказал, растительного масла. Перемешиваем. Муку обязательно нужно просеять, так получится пышный, более такой нежный кекс. Немножко соды нужно погасить кипятком. Вот такая получается масса. Выкладываем ее в формочку и в духовку. Ну а дальше все просто. Ставим на градусов 200. Минут на 30, потому что он толстый. И все, наш кекс, пирог, морковный готов. Есть хочется уже очень сильно, но надо заправиться. Сейчас пока приготовится там пирог и суп разогрею, конечно же. И еще у меня что-то там, так, и чай заварю. Как бензин для машины, да, у тебя? Заправочка. Вкуснотища. Просто когда сильно хочется есть уже, можно попить воды. Ну и реально помогает, да. Больше не съедите. На самом деле люди многие едят, когда хотят пить. Но не будем философствовать, давайте будем лучше есть. На ужин я разогрел себе куриного супа с лапшой и картошкой. И два куска вот таких больших съем пирога. Если не наемся, то еще вот такой вот еще кусок пирога съем. И чай, конечно же. Итого заканчивается сегодня. Третий день уже сегодня заканчивается. Ну что ж, пока что все идет хорошо, пока продукты не кончились. У меня осталось еще две луковицы. Ну, много всего чего осталось. Попробую пирог. Пирог вообще классный получился, смотрите. Ну, пирог получился как обычно. Пышный, нежный. Замечательный пирожок. А вот чай никудышный. Чай лучше не берите. 15 рублей потратил просто. Просто обычная сладкая вода, подкрашенная. Лучше бы в Ашане. Вот в Ашане чай нормальный, который на развес. Зеленый особенно. Ладно, ребят, вам хорошего настроения. Пишите комментарии там. Рецептики тоже ваши любимые там. Ставьте лайк. Увидимся завтра. Ребят, самое главное забыл сказать. Про лайфхак, который про баллы. Не пишите, пожалуйста, комментарии, что так нечестно, использовать баллы нельзя. Каждый выживает по-своему. Тем более, представьте ситуацию, вы идете по городу, забыли деньги, или денег не было, а кушать очень хочется. Вспомните Серегу, достаете карточку пятерочки, расплачиваетесь баллами и приятно кушаете. Вам приятного аппетита. Увидимся. Пока. Кстати, не реклама пятерочки никакая, потому что я там ничего не покупаю, только баллы трачу. И чай у них не чай. Вообще, супец бомба с домашней лапшой. А что если ее пожарить? Ни разу не жарил домашнюю лапшу. Надо попробовать завтра.